И просто хорошие новости в субботу. Необычная история дружбы завязалась между арабским жеребцом Майсамом и беспородной собакой по кличке Мухтар в калининградском конно-спортивном клубе «Каприоль». История знакомства произошла летом прошлого года, когда конюхи принесли в конно-спортивный центр маленького щенка, найденного на соседней даче. Пес у нас появился в конце июня. Его наши рабочие конюха нашли в дачах щенка и привезли сюда, в конно-спортивный центр, чтобы охранять центр. Да, но он очень ласковый, очень добрый, никого он не охраняет. Он делает вид, что он охраняет наш конно-спортивный центр. Рядом со стойлом Майсама удачно оказался сток сена, на который изредка стал запрыгивать любопытный пес и по щенячьи играть с победителем многих турниров – ливанским конем Майсамом. Со временем животные привыкли друг к другу и сейчас проводят много времени вместе. Сначала, конечно, он лаял на коня, ему было необычно, лошади, огромные животные, но в дальнейшем, как оказалось, они подружились и очень тепло друг к другу относятся. Мухтар нетерпеливо ждет своего товарища Майсама, когда тот в полной экипировке отправляется на выездку в крытый манеж или выходит на улицу, чтобы побегать и размяться в уличном загоне. Он непростой к лошадям, он своенравный, он очень может жестоко подраться с жеребцами, но очень ласковый к человеку, очень ласковый, как оказалось, к другим животным. То, что мы никогда не думали, никогда у нас не было такой дружбы собаки и лошади, но вот сейчас мы видим на этом примере, что это возможно. Несмотря на крутой нрав Майсама и щенячью непосредственность и игривость Мухтары, четвероногие поладили и теперь с нежностью и заботой относятся друг к другу. Майсам, этот конь, любит его очень чесать, любит чесать его за ушком, и ему нравится, видимо, мех, он его так губками нежно перебирает, что очень нравится собаке, которая тоже его любит и покусывать в хорошем смысле слова, да, и тоже его и целует по-всякому, ну, то есть у них такая дружба.